every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Всем привет! Сегодня у нас вот такая маленькая посылочка, но очень она не очень интересная, скажем так. Долго я ее ждал. Сейчас мы посмотрим, что внутри. По-моему, что-то я там внутри уже пытался порезать. Значит, а внутри у нас начнем с маленького. Нагрузка 1,2 ампера. Я думаю, догадываетесь, что уже во второй части пакета. Значит, это у нас нагрузка, два резистора, 5 RJ, 10-ваттные. Не уверен, что там будет видно их маркировку. Светодиод должен быть двух цветов. Да, у него вот три ножки. И переключатель. 1 ампер вверху, 2 ампера внизу. Без корпуса, без ничего, вот такая вот вещичица. И вторая не менее важная штука из этого комплекта — это USB тестер. Одна кнопочка, USB вход, микро USB вход и USB выход. Значит, вот такая вот вещь. Сейчас мы ее будем проверять и тестировать, как она у нас работает. Я вот по дому пособирал зарядники разные. Это зарядник древний. Значит, у него 5 вольт 400 миллиампер, он пишет. Не уверен, что он сфокусируется. Ну, короче, 400 миллиампер. Это зарядник от моего старого телефона Fly. 5 вольт 1 ампер. И зарядник от моего нынешнего телефона Xiaomi. Redmi Note 3. Он пишет 2 ампера. Сейчас все это будем проверять. Тащим сюда нашу розетку. Так, розетка у нас тут зацепилась проводом. Вот у нас есть розетка. К ней подключена моя аппаратура на 5 вольт. Значит, начнем с дохлого. Его не жалко. Что-то он у нас даже не светится. Может быть, он вообще дохлый. Да, скорее всего, он просто мертвый. Ну, значит, не судьба нам проверить дохлую зарядку. Как-нибудь, может, в другой раз. 1 амперная зарядка. Значит, показывает у нас вот 4,97 вольта. Видно, да, вот так вот, 4,97. Давайте поближе сделаем. Ну вот, ближе к 5 вольтам. Значит, и пробуем воткнуть в нее 1 ампер. Вверх ногами. Нет, все-таки было правильно. Да, четко, ровно 1 ампер. 5,13 вольта, 1,04 ампера. Горит у нас здесь вот зелененький светодиод. Попробуем переключить на 2 ампера. Напряжение дико просело до 3 вольт. При этом светодиод горит у нас достаточно ярко. Напряжение дико просело и показывает 1,18 вольта. Ну, 1 ампер она держит четко, без никаких вообще нареканий. То есть нормальная китайская флай зарядка. Значит, попробуем с зарядкой родной от Xiaomi. Так, ее можно без переходника в эту розетку втыкивать и вытыкивать. Значит, показывает она в холостую 5,08, та показывала 4,97. Значит, 1 ампер втыкиваем. Да, 5,2 почти вольта, 1 ампер, 1,06. Переключаем на 2 ампера. Загорелся у нас красный светодиод. Да, 5,2 вольта, 2,2 ампера держит вообще без вопросов. Xiaomi тут в этом плане, Xiaomi молодцы. К ним даже никаких вопросов. Резистор у нас греется. Очень даже. Значит, переключим обратно на 1 ампер. Может, меньше будет греться. Что у нас, значит, есть у нас тут единственная одна кнопка. При однократном нажатии ничего не происходит. При удержании
Переключается, вот на второй канал переключились. Здесь, если я не ошибаюсь, 8 каналов. Сейчас посмотрим. Третий канал. Итого мы поняли, что у нас 10 каналов, откуда-то идет дымок, может быть, обгорают резисторы. А, горячие очень. Поэтому, наверное, мы их пока вымем, чтобы у нас ничего не сгорело тут. И поклацаем дальше с настройками. Мы выяснили, что у нас здесь с 0 по 9 канал. И чтобы перейти в настройки этого аппарата, нужно нажать 2 раза. Будет вот таким образом мигать. И это, если я не ошибаюсь, один раз нажать, сбрасывает счетчик миллиампер часов. А, переключает второй канал. Один раз нажали, переключает третий канал. Я так понимаю, вот оно сбрасывает и переключает на следующий канал. Чтобы выйти из режима настроек, опять 2 раза нажимаем. Все, остались на 6 канале, при этом все остальные каналы стерты у нас. Вот такая вот интересная штуковина. Жаль, не удалось нам протестировать дохлую зарядку. Ну, на то она и дохлая. В общем, если видео вам понравилось, ставим лайк. Если не понравилось, дизлайк. А так, всем мира, добра, хорошего настроения и всем пока!